Еженедельник номер один опубликовал сегодня свое расследование про эталон С. Вместе с общественниками журналист издания Виталий Морозов отправился в рейд по домам, которые обслуживает эта управляющая компания. Результаты рейда сильно удивили и общественников, и прессу. Разруха в подъездах и подвалах, грязь на лестницах и отвратительный запах – это увидели и почувствовали все. Речь об Октябрьской, 19. Стены тут давно не красили, потолки не белили, капитального ремонта в этом старом доме не было никогда. Прокомментировать статью в программу «Золотые перья», которая выходит на ТВ каждую среду, пришел Владимир Пашенюк, выпускающий редактор газеты «Номер один». Непонятно, кто так сильно любит Супонию, что позволяет ему до сих пор оставаться, можно сказать, одним из основных бизнесменов в отрасли ЖКХ, при том, что вот эти вещи, они всем давно известны, никто их даже не пытается опровергать. Да, тут я согласен, и куда смотрят всякие надзорные органы, которых у нас столько много, но да. Тут вопрос именно к надзорным органам. Бардак, конечно, полный. Добавлю, передачу «Золотые перья», которую ведет мой коллега Владимир Банчиков, можно увидеть сегодня в эфире АТВ или посмотреть на нашем официальном сайте.